Сегодня в Москве под председательством главы государства Владимира Путина пройдет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Участие в нем примет губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Он будет докладывать президенту о том, как проходит работа по созданию всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Это современный аналог советских нормативов ГТО «Готов к труду и обороне». Напомню, ранее президент выступил с инициативой возрождения такого комплекса. Была создана рабочая группа, в состав которой вошли руководители федеральных ведомств и российских регионов. Возглавил рабочую группу наш губернатор. На этом же заседании подведут итоги Олимпиады и Паралимпиады в Сочи, а также будут говорить о подготовке к следующим играм 2018 года в корейском Пхёнчхане. Завершится все вручением госнаград тренерам и организаторам Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года.